Более 6 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Сотрудники транспортной полиции задержали троих мужчин, которые хранили и продавали немаркированную спиртосодержащую продукцию. Задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Весь контрафакт изъят. Как установили оперативники, спиртосодержащую продукцию 44-летний предприниматель покупал для сбыта. Таким нехитрым бизнесом занимался с двумя местными жителями. Общая розничная стоимость контрафакта составила свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь грозит дельцам, лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские разыскивают других участников преступного бизнеса, а также устанавливают дополнительные эпизоды.